Об опасных метеорологических явлениях желтого уровня предупреждает гидрометцентр Черного и Азовского морей. Вечером 24 января из-за усиленного снега возможно образование снежного наката и гололеда. К слову, водители уже жалуются на этот тяжкий груз на своем пути. Ветер северный до 14 метров в секунду. Температура до 8 градусов мороза. Коммунальные службы города переведены в круглосуточный режим работы для борьбы с последствиями снегопада и гололедицей. Особое внимание уделяется магистральным дорогам, тротуарам, а также спускам и подъемам. Мэрии советуют при снегопаде и сильном морозе или обледенении не выходить на улицу без крайней необходимости. Особенно в темное время суток. На сайте мэрии предусмотрительно появились адреса травмпунктов.